В наших двусторонних отношениях вроде бы не так все плохо, хотя замедление есть, и хотелось бы, чтобы торговля, прежде всего торговля, развивалась большими темпами. Но известные события извне, обвал российского рубля всего в два раза, конечно же, повлияли на ситуацию внутри Казахстана, внутри Беларуси. И к месту ваше приглашение и попытку обсудить эту ситуацию, и если надо принять решение, потому что нас это настораживает, темпы негативные накапливаются, и многое зависит здесь от Российской Федерации, и действительно втроем мы должны найти выход из этого положения так, чтобы наш союз оказался и дальше привлекательным, и чтобы люди видели, что у нас положительная динамика, хотя бы внутри нашего союза. Вы знаете наши отношения к вам, вы знаете, что мы за вас очень болеем и переживаем, и желаем вам победы. Я знаю, что казахстанский народ к вам относится с высочайшим вниманием и теплотой, и думаю, что пройдет эта президентская кампания, но как бы она ни сложилась, нам надо думать о будущем.